секрета особенного питания. Я просто ем, что мне нравится, что я хочу. Ну, понятное дело, стараюсь питаться обычной домашней здоровой пищей. Ну, особо не ограничиваю себя в тех или иных продуктах. Ну, бывают иногда моменты, когда перед соревнованиями вес нужно убрать определенное количество килограмм. То тогда переходишь на определенное питание. Как правило, это выбираешь сладкое, выбираешь какие-то продукты, ну, как хлеб, например, и питаешься белковой пищей. Но это вот только в период перед соревнованиями.